Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Товия и Сара после брачной ночи. Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу, говоря: «Не умер ли и этот?» И пришел Рагуил в дом свой и сказал Еве, жене своей: «Пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он. Если нет, похороним его, и никто не будет знать». Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят. И, выйдя, объявила им, что он жив. И благословил Рагуил Бога, говоря: «Благословен ты, Боже, всем благословением чистым и святым, да благословляют тебя святые твои, и все создания твои, и все ангелы твои, и все избранные твои, да благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня, и не случилось со мной так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных. Доверши, Владыка, милость над ними, дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.